И еще про поддержку инноваций. В местном технопарке в этом году намерены вдвое увеличить число участников Сколково из Тюмени. Сейчас их 22. Самое популярное направление IT среди перспективных – энергетика, медицина, приборостроение. Гораздо эффективнее будет заходить в Сколково, если уже проект на стадии проведенных каких-то лабораторных исследований, на стадии опытно-конструкторских работ. То есть эффект от участия в Сколково будет максимальнее тогда, нежели это будет просто идея.